Завершился визит святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла на запад нашей страны. Представитель русской церкви посетил Смоленскую, затем Калининградскую митрополию. Смоленский патриарх встретился с губернатором области Алексеем Владимировичем Островским и митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором. Встреча состоялась в здании Смоленского епархиального управления. Приветствуя главу региона, святейший патриарх поздравил его с праздничными датами – 880-летием основания Смоленской епархии и 920-летием перенесения в Смоленск чудотворной иконы Божьей Матери Адигитрия. А для меня всякий раз, когда я приезжаю на Смоленщину, это событие. Это очень такое трогательное событие, потому что вспоминаешь достаточно тяжелые годы. Смоленская епархия была самой бедной в то время. Очень было мало храмов, да и экономическое положение было очень тяжелым, особенно села. Господь провел меня через опыт соприкосновения с жизнью простых людей в деревнях, в отдаленных очень деревнях. Хорошо помню бездорожье, отсутствие электричества. И вот, казалось бы, ну, тяжелые воспоминания. Но на самом деле все это связано с каким-то очень теплым душевным движением. И вспоминаю это с радостью. Потому что в то время трудиться было трудно, но очень благодатно. И по милости Божией мы сегодня видим, что, конечно, все изменилось. Страна прошла большой уже путь, но и церковь прошла, и Смоленская земля. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил Алексея Островского за труды и пожелал процветания и мирного развития региону. В свою очередь губернатор Смоленской области выразил признательность его святейшеству за очередной первосвятительский визит. В тот же день святейший патриарх Кирилл ознакомился с двумя экспозициями. Одна из выставок рассказывала о ходе реставрации Успенского собора Смоленска, проведенной в 2015-16 годах. Была подготовлена пакет документов и отреставрированы иконы. Всего было 84. Да. Прямо во время осмотра выставки патриарх обсудил с губернатором и главой митрополии вопросы реставрации Успенского собора. Побеседовал со специалистами Государственного научно-исследовательского института реставрации. А фотоэкспозиция, посвященная годам служения его святейшества на Смоленской земле, рассказывала о духовном возрождении Смоленщины в конце 20 века. На выставке около 400 фотографий, многие из которых были впервые представлены широкой публике. Здесь же можно было ознакомиться с информационными статьями, копиями документальных материалов, рассказывающих о различных вехах архипастырского служения патриарха Кирилла на Смоленщине.